Hey, недавно мы с вами говорили о самом значимом празднике Финляндии – Рождестве. Вот праздник уже прошел, и теперь все ждут еще один не менее значимый день для верующих людей – Христово Воскресение, праздник Пасхи. Напомним, что 85% жителей Финляндии – лютеране, 1% – православные, 0,5% – католики. Лютеранская и католическая Пасха в этом году выпадает на 1 апреля. А православная Пасха в России выпадает на 8 апреля. Однако в Финляндии лютеране и православные отмечают Пасху в один день по григорианскому календарю – Gregorianinen kalenteri. Какие же традиции празднования Пасхи существуют в Финляндии? Давайте посмотрим. Преддверие Пасхи – вербное воскресенье – Palmu sunnuntai. Празднуется за неделю до воскресения Христова и символизирует вход Иисуса в Иерусалим. По евангельским событиям Иисуса Христа встречали в Иерусалиме с пальмовыми ветвями. Но так как пальмы не растут ни в России, ни в Финляндии уже много лет, сохраняется традиция срезать веточки вербы и приносить их на богослужение в храм. Подготовка к празднику начинается в Великий Четверг или Чистый Четверг – Киирасторстай. По Евангелию в этот день на Тайной Вечере, ужине с апостолами, Иисус Христос установил таинство причащения для своих учеников и всех верующих своим телом и кровью. В этот день финны стараются закончить работу пораньше, рабочий день официально сокращен, сделать покупки и скорее выехать за город, чтобы встретить Пасху на даче. Финны считают, что пасхальные дни лучше всего проводить на природе с семьей. В Великий Четверг начинаются главные приготовления. Украшают дом, красят яйца пääsiäismunat и готовят праздничные угощения. Желтый цвет keltainen является традиционным для праздника. Именно поэтому для украшения своих домов в этот день финны используют нарциссы narcissit и ленты желтого цвета keltaiset nauhat. Первый день пасхальных праздников в Финляндии – Страстная пятница. Питка перьянтай, дословно «долгая пятница». Этот день, как и в сочельник перед Рождеством, проходит тихо. Не работают магазины, банки, почта. Во всей стране это первый выходной день. Все вспоминают в этот день страдания Христа, его распятие на кресте. Поэтому пятница и называется «страстной». Люди находятся в ожидании воскресения Христа, соблюдают пост «пасто». Далее выходные продолжаются целых 4 дня, с пятницы до понедельника. Большой праздник Пасхи встречают с субботы на воскресенье. В храмах служатся литургии и мессы. Как и православные россияне, верующие финны в пасхальную ночь pääsiäisyö не ложатся спать до утра. Одним из главных событий празднования Пасхи является театрализованное шествие Via Crucis – крестный путь – Ristintie по центру Хельсинки, на которое собираются несколько десятков тысяч зрителей. С наступлением Пасхи все зло считается побежденным и изгнанным, поэтому в этот день нельзя грустить. Традиционный обмен репликами «Христос воскрес» – «Christus nousi kuoleista» – «Воистину воскрес» – «Totis esti nousi» – является православной традицией. Финны же поздравляют друг друга фразой «Hyvää pääsiäistä», что означает «хорошей Пасхи». Финский пасхальный стол изобилует яствами. Главные блюда этого дня – кулич – кулица, яйца – pääsiäismunat, творожная Пасха – pääsiäisrahkakakku и мямми. Мямми делают из ржаной муки, добавляя соль, сахар, молоко и сливки. Это сезонное угощение, и после Пасхи его уже сложно найти на магазинных полках. Другое традиционное финское лакомство – особые шоколадные пасхальные яйца – suklaamunat в настоящей скорлупе. Каждый год перед Пасхой производители сладостей в Финляндии запасают около 2,5 миллионов пустых скорлупок – munankuori. Через маленькую дырочку в скорлупку заливают шоколадную массу, а отверстия заклеивают сахарным сиропом. Дети, получившие подобное угощение, потом долго допытываются у родителей, где живут куры, несущие яйца с шоколадной начинкой. Также в честь Пасхи в Финляндии каждый год проходят различные выставки, театральные постановки, концерты и благотворительные собрания. А любители активного отдыха отправляются на горнолыжные базы.
Накануне праздника Пасхи все отправляют друг другу пасхальные открытки. Оннителу корти. Пасха занимает третье место после Рождества – Йоулу и Дня друга – Юставенпяева по количеству отправляемых финнами поздравительных открыток. И давайте еще раз подытожим всю пасхальную лексику, которую сегодня прошли. Санасто – лексика. Пääsiäinen – Пасха. Григорианинен – календари. Григорианский календарь. Палмусуннунтай – вербное воскресенье, дословно пальмовое воскресенье. Кирасторстай – великий или чистый четверг. Питкаперьянтай – страстная пятница, дословно долгая пятница. Кристус нуоси куолиста – Христос воскрес. Тотисейсти нуоси – воистину воскрес. Хювет пääsiäistä – хорошей Пасхи. Pääsiäismuna – пасхальное яйцо. Pääsiäiskortti – пасхальная открытка. Pääsiäisherkku – пасхальное лакомство. Pääsiäiskoriste – пасхальное украшение. Мемми – традиционное финское пасхальное блюдо из ржаной муки и солода. Pääsiäisrahkakakku – пасха. Пасхальное блюдо из творога. Суклаамуна – шоколадное яйцо. Нарсисси – нарцисс. Кулица – кулич. Иисус Христос – Иисус Христос. Кирко – церковь. Лутерилайсус – лютеранство. Ортодоксисус – православие. Католилайсус – католичество. Усконто – религия. Раматту – Библия. Ристинтия – крестный путь. Пастори – пастор. Ylös nousemus – воскресение. Jumalan palvelus – литургия, богослужение. Пасто – пост. Viimeinen ehtoollinen – тайная вечеря, дословно последний ужин. Друзья, приходилось ли вам бывать на Пасху в Финляндии? Делитесь в комментариях своими наблюдениями. Мой-мой! Hyvää pääsiäistä! Kun Jeesus oli varhain sapatin jälkeisenä päivänä noussut kuolesta, hän ilmestyi ensiksi Magdalan Marialle, josta hän oli ajanut ulos 7 paha henkeä. Maria lähti sieltä ja vei sanan Jeesuksen seuralaisille, jotka itkivät murhissaan. He eivät kuitenkaan uskoneet, kun kuulivat, että Jeesus eli ja että Maria oli nähnyt hänet. Tämän jälkeen Jeesus ilmestyi hahmoltaan vieraana kahdelle heistä, kun he olivat kulkimassa pois kaupungista. Myös nämä menivät viemään toiselle sanaa, mutta heitäkään ei uskottu. Viimein Jeesus ilmestyi myös 11 opetuslapselleen heidän olessaan aterialla. Hän moitti heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet kuolleista nuosseena. Hän sanoi heille, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Jokaisen uskoo ja saa kasteen on pelastuva.